Буду искренен, откровен. Я казах. Конечно, я забочусь о будущем казахской нации. Что с ней будет в будущем? Она останется нацией? Она будет иметь будущее только вместе с Россией. Я в этом убежден. И поднимая равенство всех живущих в Казахстане людей, всех народов, прежде всего двух главных этносов, казахов и русских, мы поднимем в мире имидж казахской нации. В условиях перехода, в условиях сложности, в условиях того, что мы переживаем, я предлагаю вам решить вопрос сейчас именно так, по-нашему, по-казахстански, потому что Казахстан не похож ни на какие другие государства и республики постсоветского периода. Мы единственные. Мы с вами сохранили это единство и благополучие. Мы сохранили стабильность. Благодаря этому нас ценят, уважают, к нам идут с деньгами, инвестициями и так далее. В конце концов, пора перестать говорить, что мы без России экономически погибнем. Ничего подобного. Мы экономически выживем, а вот стратегически, политически, на далекое будущее, ради наших детей и внуков, да, мы состояться, казахи как нация, как казахский государство, не может без единения с Россией, с русским народом. Я верю, что будет Россия единая, целая, сильная государственностью, демократическая. С этой Россией будет и Казахстан.